Всем доброй субботы, господа болельщики Казанского Акбарса. Сегодня, 25 ноября 2017 года, наша команда на льду Татнефть-Арены принимает гостей из Казахстана. Барыс – образца этого сезона соперника с категории «серьезный». Результативность атаки команды из Астаны – один из основных аргументов за участие Барыса в грядущем плей-офф континентальной хоккейной лиги. Но пока мы станем свидетелями регулярного противостояния двух барсов – татарстанского и казахстанского. Уверенная победа в Уфе, несомненно, воодушевила всех, кто болеет за казанский Акбарс. Сегодня команда Зентулы Белединова готовится подтвердить статус фаворита Восточной конференции, опять же, несмотря на серьезные проблемы с составом. Официальный партнер сегодняшнего матча – чемпионское топливо «Танека». То самое, что снижает расход и максимально раскрывает потенциал. Потенциал двигателя вашего автомобиля. Танека. Танека. Танеко. 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 Что это? Топливо? Если топливо, то Танека. Танека. Раскрыть потенциал команды – главная задача тренерского штаба. После уфимской победы было решено не менять состав. Так что по этой линии сегодня новостей нет. Данис Зарипов, как и предполагалось, тренировался с составом неиграющих. Для него период обретания игровых кондиций. Сложный период, но без него никак. Зарипов будет сегодня на матче, но в составе болельщиков Акбарса. Сегодняшнее настроение в команде постараемся передать через импровизированный диалог между Стасом Галиевым и Володей Ткачевым. Без комментариев. Как настроение? Отлично. Говорят, соперник много забивает. Пускай. Мы забьем на одну больше. В этом вся цель победы. Я немногословен после последней игры. После последнего чего? Игры. Ну ты отдал феноменальную передачу Владимиру. Не меняем масть. Нет желания сыграть с Владимиром? Все зависит от него, от его желания. Стас тебе отдал феноменальную передачу в Уфе. Не появилось желание поиграть вместе опять? Появилось. А ты высказал желание тренерскому штабу? Стас высказал. Стас сказал, что зависит от тебя. Нет, не зависит. Вот так, шутками, надеемся увидеть сегодня красивый хоккейный спектакль. Акбарс Барыс. В 17 часов по Казани. Столица Татарстана. Лучший вариант для субботнего вечера. Айда на хоккей, братцы! Выходной день у нас дорогого народа, поэтому сегодня они придут, хотят отдохнуть хорошие. Пришло от нас увидеть победу. Сделаем все, чтобы показать сегодня хороший хоккей. Удачи сегодня. Спасибо. И Галешника. Конек острый, лед скользкий, хоккей красивый, а Танека – топливо чемпионов. Не в рифму, зато наше, надежное. Встречаемся в 5 вечера, друзья, на Татнефть-Арене. И еще раз всем доброго субботнего хоккейного вечера. Слышишь?